Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет! С вами, как всегда, мы, Эл и Дес, и мы готовы представить вам новое прохождение от нас. В героике мы будем проходить новый Диабло и вместе там умирать за, конечно же, крестоносцев. Как это будет, что получится, мы без понятия. Может, мы оба сдохнем на первых же порах и первых минутах, может, нет, будет все видно уже во время игры. Ну а сейчас, что будет, то будет. Начинаем создание персонажей. Да, всем еще раз привет. Продолжим наше хардкорное прохождение за новый класс. Ты берешь у нас девушку, я мужика. Подписываем кровью свиток, принимаем, что мы не будем плакаться, Blizzard, не будем создавать билетик. Да. Ну чё, приглашаю тебя. Давай. И вот сейчас вот интересный вопрос, на чем мы начнем с тобой играть? На каком уровне сложности? Изменить. Давай вначале попробуем эксперта. Давай. А может мастера? Он, по-моему, последний. Не, можем еще и на истязание пойти, но истязание, думаю, будет очень жестоко для нас. Давай мастера, так что быть уломал. И частная игра, первый акт. Мы смотрим все фильмы, как обычно, слушаем диалоги, поэтому приготовься, что сейчас будет фильмец. Да, я молчу. Теперь у меня есть новый союзник. Стали сильнее. Я тоже ничего не понял. Окей. Фильмеца не было. Да. Да! А, мы крутые. Как ты ему спину вскрыли. Но, но! Все, мы всех бьем, все, мы... Все, ставь истязание. Погоди, погоди. Тебе эта почта пришла? Да. Мне почта пришла, я хочу коц... Ходцевские крылышки надеть. Какой-то, а? Да, мы все-таки опять будем отличаться. У меня будут ходцевские крылышки. Ну! Первый диалог пропустили. Вот. Не будем диалоги все слушать. Да, да, ребят, давайте вы на нас не обидитесь. Просто реально здесь очень много диалогов. И как бы начальные вы уже смотрели. Если кто не видел, может посмотреть. У нас на канале они есть. И у меня его в кино. Так что... Да, заходите. Ссылка будет в описании. Да, там, ссылка хардкор. Там. Тоже хардкор. Правда, за других персонажей мы там играли. За Хантера и за Мага. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так сраж... Давай, открывай. Сража. Так, я немножко звук опять подубавлю. Давай, давай. Я пока продолжу там. Семьи Тристрама. Ну что, ты уже с Ли там общаешься? Ну почти я рядом. Тут бабулька какая-то, она там мне что-то решила рассказать, интересно. Осторожно, раки, она сказала. Ну как, да, мне послышалось. Эти раки нас убьют. Да, да нет, на самом деле. Надо еще книжку, наверное, ее взять. Снизу, я ее взял. Снизу. Ой, ну побежали, ты походу так долго и много играл в эту игру, что... Что левел? Что левел? Хдыщ! Да. Нам вот такой хдыщ дали прям. И остальные жители начали впадать в отчаяние. Видал хдыщ? Да, еще этот хдыщ автоматически поставился. Да. Вот. Я не знаю, честно, что у нас получится сейчас, но я надеюсь, мы хотя бы выживем какое-то время. Вообще должны, по идее, тут вначале-то хотя бы. Я думаю, мы до колдея, я думаю, дойдем еще даже. Да нет, мы, наверное, все-таки помрем на первом боссе. Я сейчас чуть не умер, на самом деле. Вот-вот, если ты меня ждать не будешь. А там эта баба плюется, слушай. Ты, может, все-таки понизим, если нас обыкновенная баба бьет? Не, ну у меня как бы это есть, как она называется-то. Фляга с красной жидкостью. Дальше по дороге их намного, да, больше. Да. Так, всю синьку собираем. А, нет, стой. Может, у меня что там есть, там что завалялось там. Потом по тебе прыгну. Смотри. Какой ты. О, откуда у меня 4 лимона? Ну, ты же на героике играл. Ну да, но я не думал, что у меня на героике больше денег, чем на софткор. Да. Ну, у меня как бы наоборот там больше денег.
Чувак, я уже умираю. А если ты без меня не будешь ходить, то ты будешь жить. Чего? Я умираю. Воу-воу-воу-воу, ты бы хоть предупредил, что ты тут это... С компанией, что ты тут не один. Я ж тебе говорю, как я могу умирать в одиночестве? Естественно. Ох, ты ж нет, туда мы не пойдем. Чувак, серьезно. Мастер, у нас мастер 2 стоит, чувак, я все понятно. Да ладно, а как ты так умудрился? Его же вроде нельзя ставить. Че, выходим? Не, вот тут эту, хотя бы бабу надо забить. У меня даже кого-то нет. Хдыщ! Давай, мужик. Она не может? Она что, не может кинуть лечение? У меня ни одного, ни одной бутылки нет. Да ладно, у меня 9, и то бутылок стоит. Ну у тебя от прошлого персонажа. Если мы сейчас уровень... Я слабею, чувак. Тебе бутылку кинуть, что ли? Да. Зачем? Вообще бутылок нет? Нету. А какого фига? Дура. Дура, дай бутылку. Давай быстрее сейчас. Верни мне. Все. А, тебе еще верну? Да, я тебе отдал все свои бутылки. Балбес. Да на свои бутылки забирай, ё-моё. Я же опыт. Я же опытный, главное. Не, я опыт получил. А почему ты позже меня опыт получил? Ну не знаю, потому что я отошел, ты там кого-то поубивал. Больно. Так, эти тогда красненькие, аккуратно берем. Да, вот только когда кому-то сильно бубо. Да. Вот типа как сейчас. Вот. Да нормально, чё ты там, мелко? Да хорош ты, а чё, не сейчас подожди, до этой дойдём, до ведьмы посмотрим. Да-да-да-да. Так, стоп, у нас чё-то можно этот удар с плеча открыть, он лучше бьет. Смотри, как бды ещё так. А я всё-таки щитом буду. Да, ну тебе там надолго щитом-то не хватит. Всё, пойдём вниз. Ай, всё зачищать. Сейчас, короче, в подвал спустились, бам-бам, нет одного, бам, второго. Нет. На! Потустороннее не слышится у меня? Не, а должно? Ну, если не слышно, и хорошо. Okay. Блин, мы не можем 70 хп снести. Так, у меня как-то... Иди сам разбирайся. Мне гнева не хватает. Дай бутылку, пожалуйста. Так, я что-то сейчас включил. Давай все-таки поднимем. Не, давай вот так вот, так прикольно, кстати. Мне нравится. Я серьезно ранен, все, я пошел наверх. Я в хардкоре, мужик. Ух, тут много. Ладно, нормально. Пойди бутылки возьми. Ну это долго. Вот здесь точно бутылки будет где-нибудь. Эх, а у меня ж телепорта нету. Дай парочку бутылок, у тебя сколько там, 8 штук было? 6 у меня уже осталось. Ну давай мне 4. Обойдешься. Как там у нас разделять? А пока нельзя, пока она. Да, ну да, я знаю там. Я ж нажал. 3. По-бояцки. Блин, я не взял. А, я крут. Ты крут? А у меня половина хп. С плеча поставь, будешь бить вот прям как я. Да мне и щитом, и, по-моему, тоже неплохо. Ну щит, он требует много этого. Бдыщ. Зато он их отталкивает. Да ни хрена он их не отталкивает. Он их отталкивает. Ты что, трындёшь и провокация? О, ну я ж пошёл отсюда. Мне нужно больше. Так, хорошо, что у нас кузнец развит. Это да. Аукцион-то закрыли, все теперь настоящий хардкор будет. Да, теперь что нашли, то нашли. Но единственный плюс 2-0 может нам как-то... Поможет, да, скорее всего. Я не удивлюсь, если мне легендарка выпадет.
Да, я как бы тоже. Так, у меня сейчас кстати, левел будет. Ты помнишь это? Встань сюда, тут пока добьем левел! Добьем левел! Ой, зря ты там кое-кого привлек. Да я чуть не подох сейчас. Пока еще слишком поздно. Мне гнева не хватает. Добей его. О. Ты ж хотел, чтобы я получал раньше тебя. Нати, я вот, момент, вот, мне слепота дала. Мне слепота далась. О. Слепоту юзаем раз через раз, и они нас почти будут бессмертны. Ну, в смысле, мы будем почти бессмертны. Ну тогда говори, когда ты будешь юзать. Окей. Но только против больших толп, не против одного. А, это АОЕшка? Так, я сейчас, все, как... давай. Как только спадет у них, ты юзаешь. А, я это поздно ты. Да, ты как-то рановато юзнул. Ну, кстати, нормально будет, понимаешь? Опять сейчас только, короче, ну, до матери дойдем. Пододенемся, подожди. Сейчас до матери дойдем. Сейчас нам мамка покажет, как баловаться. Семка такая, детишки мои! Тыдыщ, смотри, как видал всех прям. Да куда ты так рано-то? А что она делает? Она их ослепляет. Они тебя не видят. Вообще? Вообще! Вот я сейчас юзай давай. Ты не всех ослепил. Щебетыщ. Время-то за все. А, все, мы 11 минут играем. Ну да. Все, пойдем в погреб. Картошечки возьмем. Сейчас из нас картошечку, по-моему, сделают. Отбивные. Ну что, ты ослеплять будешь? Да, только ты не сразу юзай. Когда, я тебе скажу, когда. Вот сейчас. Чувак, у меня одна бутылка осталась. Сейчас. Я тебе три раза сказал. Зелий больше нет. Ослепляет его. Че это он читерный какой-то персонаж? Хдыщ. Хдыщ. Мне нужно больше гнева. Я беру эту таблетку. Нет, ты че? Мне больно, чувак. Зато ж приятно. Я беру. Блин, одного не удалось ослепить. Ну вот его и будем бить. Мне не хватает гнева. Хдыщ! Стоять! Ну, где-то ослеплялка. Да. О, золотая шмотка, правда, сейчас опять какой-нибудь лук выпадет. А, почему мне слезу дают? Она мне нафиг не это интересно. На! Так, а может... Близзарда не могли сказать, что... Они аукцион уберут. Офигеть, все, я крут. Что, ты себе что-то интересное нашел? Да, я мне выдали шмотку, все, я теперь бог, я все. Тебе дать тапочки, у тебя есть тапки? Че? Давай. Давай, ну на, босоноги. У меня как бы были тапки. Но эти к скорости передвижения, эти лучше. Хдыщ! Я им, короче, сейчас урон буду такой наносить, мне это пуха выпало. Видал? Да, да, я уже заметил. Хдыщ, ты видал? Да давай, ты тогда и дерись. Я вообще в соло могу их тянуть, смотри. Ох, я уж думал, что я подох. Какая анимация огромная. Вот почему, когда... Хдыщ такой! Не надо? Так, давай тогда ослепление оставим. Хдыщ так, хдыщ. Да я в соло вообще могу их всех тут. Прям всех. А урон тут. Адский, да? Адский! Ох, сейчас мамка нам пацкает. Так, давай, короче, юзай первый. Юзай первый. Я потом после тебя. Ну, давай, папку-то бей. Ну и все. Там элитка, вот ё-моё. Надо поаккуратней. Они все равно за калиткой стоят. Кстати, здесь полно этих есть секретов. Надо все это поле посмотреть. Часто выпадают интересные штуки. Ну чё, ты первый ослепляешь их? Нет, ты ослепляй первый, я после тебя сразу буду слепить, потому что я, ну, более хорошо тайминг знаю этот. Ну давай, пошли тогда. Давай. Достойный противник, и ослепили его. Вот таких я не люблю, особенно когда у меня зелий. Как нет. Только телепорти, ну это да. Все. Мне не хватает
гнева. Сейчас нам попку как-то. Я ее сделал. Фух, исцелил себя. Ну, так я на тебя эту кинул еще. Ну, два раза мы. Ну, мы, чтобы он прям до конца был. Слушай, у нас клан-то в хардкор тоже ушел. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Убегаю? Потому что у меня бутылок нету, побежали отсюда. Да не, у меня есть, у меня есть, я выжил. У меня-то нету. И сейчас раз, и дезертирка, короче, умирает. Я не хочу с этим играться. Они еще телепортируются. Тут этот был, которая хилка. Где хилка? Была вот тут. Была она. Давай, давай ее, долбай его. Все. О, вторая хилка, живем. Третья хилка, четвертая. Вообще что-то разошлись. А ты боялся. Восстанавливает одна единица в секунду. Тебе надо? У меня хотя бы хилки просто есть. Да хилки. Ты что мне дал? Ну хотя бы одну единицу в секунду будешь восстанавливать, чувак. Ну, тебе хоть... У меня знаешь, что написано на твоих сапогах? Но. 999% хилки, да? А, это блин, надо было тебе хилку отдать, наверное, да? А, ну у тебя ее все равно не было. Мне не хватает гнева. Видал, видал, кейк, да? Да, да, да. А то. А то. Вот мне бы еще пушку какую-нибудь. Хтыщ! Хтыщ! Все, побежали. Мы какой крутые ништяк. Все. Вслед за нами полетит. Так, у меня почти левел, кстати. Отжигает. Ну-ка, стой. Там потом проверить, что там. Хорошо, а там мне лично ничего не выпало. Спасибо за помощь. Да! Да! Она так прям так крикнула, что я чуть не обкакался. Так. Кстати, ты знал, что белые вещи, оказывается, там тоже можно ломать? А, слушай, пошли купим хилки. В городе. Да, да, хорошая идея. Так, а где они у нас здесь? Во-вторых, вот здесь можно купить меч. Правда, он какашный. Вы не можете разобрать этот предмет. Почему? И это тоже не могу, а потому что они по умолчанию давались. Так, вот 7 к живучести есть. Слушай, я, конечно, буду читерить, но я забацаю себе шмотки у кузнеца. Я не буду читерить и не буду бацать шмотки у кузнеца, но я... Их куплю. Их куплю, да. Так, а что-то у меня материалов вообще нету. Дай-ка, я, может, кстати, тоже что-нибудь могу забацать. Смотрите, а какой. Не, у меня крафта нету почему-то. Эх, надо было запастись-то перед тем. Не, а я могу, кстати. У меня есть крафт. У меня еще камни какие-то. Так. У меня крафт даже очень есть, я тебе скажу. Так, это нафиг, это нафиг, это нафиг, это нафиг, это нафиг. Все, за символические деньги продали, можно идти дальше. А, кстати, ну хотя нет, тебе, наверное, тоже не нужна дубина. Так, ремонт мне не нужен, и можно попробовать жилет создать. О, отлично. Ах ты какой. Хороший жилет. Нехороший. Жилет себе там создает. Да, у меня там... А, нас пожалуйста, дальше-то не пускают. Эй, убери повозку. Убери повозку. Как ты смеешь так со мной разговаривать? Я мэр этого города, да засуньте. Пожалуйста, уберите вашу повозку. Ты что, не видишь? Видишь, этот город обречен. Любой, а у кого ты... осталось хоть крупица, чувак, здравого смысла. Ты что, белые шмотки-то не ломаешь? Ты их разве можно ломать? Да, белые. Хотя давай-ка я их быстренько подберу. Иди ты! Подбиралкин нашлось. Ну не все, которые... А, пш, они на обычные, это ломаются. Да, все, побежали. Предмет продан. Так, у меня, кстати, что-то есть там на 10-й левел. Все, давай прохождение. Ладно, да, побежал. А, бутылки чуть не забыл. А там их нет. Обломись. Серьезно. А они внутри продаются. Ай-яй-яй! Яй-яй! Точно! Они же в этом. Так, сколько мы там играем уже? У бармена. Так, 19 20... минут. Да, почти уже. Все.
Ну что ты будешь делать? Все, 70 бутылок, мне кажется, хватит, чтобы я напился и умер. Хотя не, надо в сундук хотя бы половину выложить. А то, блин, а то напьюсь и умру. Что я сделал? У меня, оказывается, в сундуке было полно этих, да? Бухла. 200 бутылок. Окей. Ну я себе 20 оставил, 50 положил в этот сундук. Так, я, кстати, предлагаю первую серию на этом, собственно, закончить. Наша первая такая мини-боевая вылазка. Какой-то. Ну ладно, и быстро давай перейти заканчивай к следующей уже. Вот, давайте, ребят, всем удачи, кто смотрел. Помимо этого, я еще предлагаю сказать людям то, что у нас появился здесь клан. Да, можете вступать в него. Вот, да, можете вступать в клан. Клан называется Жезлво. Клан Тех живой. Будем надеяться, что вам понравится. Ну, в крайнем случае, попробуем вас сами попринимать, если у вас будет возможность с нами сыграть. Ладно. Мы играем в данный момент на хардкоре, клан существует и в обычной игре, так что вступайте, будем рады, будет все круто и как-то так. Пока у нас тут всего двое. Так что удачи вам, всем спасибо, пока-пока. Пока.